Він легіонер, проте завжди залишався патріотом України. Один з найжорстокіших захисників в історії київського «Динамо». 4 роки тому він раптово покинув свою другу батьківщину. Проте сьогодні повернувся, щоб привезти до рідного «Динамо» одного з найкращих бразильських гравців. Любов до України та дружба з голівудськими зірками, байки з роздягальні київського «Динамо» та бійки з Луїсом Адріано та Романом Зозулею. Мене звати Андрій Шахов-молодший, це випуск з Данілою Сіловою. Погнали! Доброго ринку, шкарпетка. Дякую, до побачення. Я знаю о том, що ти хотів прийняти українське гражданство. Це рука на серці. Мій син теж родився тут. І я хочу дати цю культуру. Моя перша тренування Зозуля на полі. Он ударил меня и сказал: «Welcome to Ukraine». Дети знают, никакого шахтера. Аккуратно, это еще не надо, пожалуйста. Смотри, смотри, как вы бросаются. Много волос раньше, видно как? Сейчас уже все? А, уже закончилось. А Мия Халифа приезжала? Нет, это ваши интересно. Почему ты красный? Ты тоже? Он красный. Загорел, загорел. Почему бразильским футболистам очень тяжело заиграть в «Динамо»? Данила Сила. Спасибо, друг. Спасибо. Ты помнишь какую-то драку, которая была у тебя, там, может быть, на поле, на тренировке? Больше Луис Адриано всегда, это конфликт. У тебя были штрафы в «Динамо»? Почему? Почему ты спросил, я здесь штраф? Мне интересно. Ребята, Данила Сила лучший друг Уилла Фаррелла и Дэнни Дэвида. Барбекю на дома, все команды на дома, это Хосейн, любой. Я знаю, что ты мог перейти в Валенсию. Ребята, сколько раз Дани играл против Златана Ибрагимовича? Пишите свои варианты в комментариях. Даня, я залез в архив «Динамо Киев» и нашел некоторые классные моменты с твоим участием. На разминке, Данила Силова на фотосессии, да. Данила Силова в игре. Я предлагаю тебе сейчас поностальгировать чуть-чуть. Давай. И вспомнить эти моменты. Это модель, да? Модник, а? Калвин Кляйн. Я же тебе говорю, надо было актером становиться. Ты знаешь, да, на Бразилии это 40 градусов. Приехали в Украину, минус 10. В шапке. В шапке. Это твой первый год в «Динамо»? Да, это первый неделя «Динамо». Медосмотр. Медосмотр. После прилета, да? Да. То есть первое знакомство с Украиной. Виды волос. Вука идет. Да. Вука, Эмили, Попов, Ременко. Это Австрия? Нет, это база «Динамо». База «Динамо». Да. Сборы начинаются, да? Да? До Австрии, это, да. Смотри, какой молодой. Да, молодой. Это нос. Это оригинальный нос. Потому что я перелом здесь, да. Ну, в игре был? Да. О, Дани, Бешикташ. Да, это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус 17, да. Это твой первый матч? Нет. Не, а первый вечер. Первый вечер. Да. Ты никого не щадил? Нет. У тебя есть футболка с этого матча, да? Да, есть. Бобо? Бобо есть. Домой, да. Тут классный момент есть. Да. Сейчас покажу. Дани, что это ты говоришь? Я не могу по губам прочитать сейчас. Я не понимаю. Не понимаешь? Это плохое слово, конечно. Ты знаешь, да? Да. Не забыл еще? Нет. Пока нет. Красавец. Это правда, что первое, что учат легионеры, это... Маты, плохие слова. Нет, это первое слово, которое приехали здесь. Это украинские игроки. И скажи, давай, считай, это плохие слова. Ермоленко, так, это Ермоленко первый класс, наверное, сказал, я помню, который он очень молодой, сказал, говори вот это, слушай, да, это плохие слова. Скажи это на тренировке, не, да? Да, на тренировке, да. Раздевалка, тренировка, да, это Ермоленко. И что, ты повелся? Ты сказал? Не помню. Наверное, да. Я всегда езжу, это да шутка. Это Газаев, да? Не, это Газаев, в том момент хорошо. Подходишь к Газаеву? Не, так нельзя. Если говорит о плохом слове за Газаев, и следующий день улетит в Бразилию 100%. Тебя наказали за что-то? Почему все играют в футбол, ты отжимаешься? Не, как? Устал. 300 раз.
300 раз, да, сделал? Не знаю. Это много. Джеки Чан. Джеки Чан. Я 500 могу. Не, точно, конечно. А что с рукой? Я перелом на этой сборе. Луис Адриан? Нет, это на сборе, это не помню, какой команды, это товарищи игры. А что здесь тебе Блохин говорит? Это много времени, да, не помню, что он говорит. А ты понимал вообще, что он говорит? Да, да, конечно. Но он по-русски говорил? По-русски. И как ты понимал? Это я думаю, я уже 2 года здесь, поэтому... Ага, я уже понимаю, что да. Ну, модель. Видно, сколько... Ой, много волос раньше. Видно как? Сейчас уже все? А, уже закончили. Закончилось. Я и Ермола уже закончили. Смотри, да. Какой красавец, а. Класс. Да. Я сказал, я как модель, да? Модель, да? Я думаю, что нет. Лицо? Да, нет. У меня есть для тебя... А ты готов поплакать? Нет. Нет? Поплакать никогда готов. У меня есть фотографии, видео, где... Сейчас. Где ты кубок поднимаешь. Вот. Да. Это мой первый. Вот твой первый кубок? Да, мой первый кубок. Ну да. Ты же становился чемпионом Украины. Чемпионат Украины 2 раза, это супер. С ребровым, да. Да. И... Я тотально думаю, это чемпион – это 2 раза, это чемпион – это 2 кубка. Да. И суперкубка, думаю, 1 или 2. Я на 2-й нету, потому что я травму получил и не играл. Давай для тех, кто не знает, расскажем украинским болельщикам, что ты сейчас делаешь в Украине. Так, я сейчас поработал за Динамо, как и посмотрели игрок из Бразилии, посмотрели на место, как... Президент, мистер Луческу, посмотрим, какой вариант интересен за Динамо. И делаешь эту работу за президента. А в данный момент? Это момент Витинью. Витинью. Да, это Витинью. Это новый игрок Динамо, поэтому это новый проект за Динамо. Говорят, что лично ты убедил Витинью перейти в Динамо Киев. Мол, он уже практически перешел в Бордо, пока ты не приехал домой к родителям Витинью. Это правда? Да, это Бордо есть, это проблема, думаю, это fair play, финанс. И, конечно, я говорю Витинью, говорю это агенты, Атлетико Паранаенсе, это команда, в которой Витинью играл. И потому что это очень важный ситуация на карьере Витинью, будучи играть в Champions League. Да. Это самая большая команда за Украину. И это интересно за команду, Луческу и тоже карьера Витинью. Поэтому я заказал эту ситуацию агента и Витинью, и он сказал да. Трудно было его уговорить? Я слышал, что он не очень хотел переходить в Динамо. Так, друг. Я, конечно, я думаю, который играл, вернуться в Динамо, так. Как игрок, возможно, закончить карьеру здесь, в Динамо, это моя план. Мы, конечно, Богу даю другую ситуацию поработать в Динамо, я здесь сейчас поработаю. А тяжело было уговорить Витинью перейти сюда? Нет. Я только объясню, как и эта культура, как и страна, как и команда, это самое главное тоже. И что, как и это Динамо, это большая команда да. За Европу, поэтому это он не думал 2 раза, который сказал, объяснил, как и это Динамо, что это Динамо репрезентативно на Европу, Украина. Угу. Он точно сказал, да, это самое главное. Народ, як зазвичай це буває, наш сьогоднішній гість привіз для вас особливий подарунок. Даніло Сіло у кінці випуску розіграє футболку київського «Динамо» сезону 2020-2021. У нас буде 1 переможець. Усі решта, хлопці, без образ, адже таку саму футболочку у вас буде можливість купити у нашому офіційному фаншопі. Тут під відео я закріплю посилання на офіційний сайт нашого фаншопу. Он усилить команду? Да. Да? Хороший футболіст. Хороший футболіст. Перспективе очень хорошо, он скорым быстрый, техничка хорошо, конечно, надо время адаптировать, угу. И
перспективе очень, очень хорошо. Есть еще шорт-лист игроков из Бразилии для «Динамо» Киев? С кем ты общаешься, кого ты пытаешься приобрести для «Динамо»? Да, есть. Я не буду дать эту информацию. Много? Сколько вот человек примерно? Я обычно, да, каждая позиция, 2-3 варианта. То есть ты сам их находишь и предлагаешь? Нет, есть. Еще ребята работают в «Динамо» тоже, посмотри варианты за Бразилию, как и надо, это Луческу или команда. И это президент и мистер посмотри, если это хороший или нет, и дай. Угу. Это сигнал зеленый или нет. А правда, что «Шахтер» хотел купить Витинью тоже? Нет. Неправда? Нет. Когда мы писали с тобой интервью здесь, мы задали вопрос Витиньо про лучшее его качество. Он сказал, что он Неймар и Роналдиньо. Расскажи о себе как о футболисте, о своей позиции и своих лучших качествах на поле. Qual que é o jogador que você assim se espelha, que você acha interessante no campo que você se espelha assim? Eu gosto muito do futebol do Neymar. Я уже четыре лет не говорю по-русски, я не понимаю хорошо. Я потом спросил Данила, почему ребята говорят о Рональдинью за Динамо, это футбол, извини, друг, я сказал. Я плохо переведу. Так, он сказал, нравится Рональдинью. И Неймар как игрок. А мы поняли, он, что... знаешь, не играл в «Динамо», конечно. И он фанат, это Неймар тоже, и Роналдиньо. И он сказал, если я буду играть, как и Dream, работа на «Динамо», это два игроки тоже, это супер. Но, конечно, знаешь, это нереально в этот момент. Самая смешная история, которая у тебя за 7 лет в «Динамо» была? За 7 лет? А, есть. Мой первый тренировка за «Динамо», конечно, на зимой. И я помню, я за та шапка, очень холодная шапка. Так. И за зуля на поле. Тренировка, я джампи ту головой на мяч, и который я на ниже, это шапка на глаза. И это на головой Зазуля. И Зазуля стоит. Я тебя запомнил. Я не помню, меня ничего не сказал. Я думаю, это Зазуля сейчас, я думаю. Я не знаю имя, ничего. И просто виды, которые я дал и сказал, извини. И по-английски, по-английски, конечно. Я не знаю, если понимали или нет. Я видел, как и хочет, да, и у меня. Хорошо. Через 2 минуты он делал на подкат, я джампинг, и уже, блин, да, я его, после 2 недели я его как и брат, это супер человек, его тренируется, это Зазуля, хороший человек. Зуза, ты самый главный, ты очень хороший человек, и это история, которую я приехал в «Динамо», и Зазуля, это мой первый конфликт за «Динамо». Да. Данечка, ты же уже еще не старый. Ты можешь еще годик-два играть. Почему ты решил закончить карьеру? Да, я буду играть. Ты будешь играть? Конечно, буду. Я, конечно, физически сейчас не очень хорошо. Я уже года не тренировка, не тренироваться так. Но я буду играть, я думаю. Но я хочу сейчас концентрироваться на моей функции. Это самое главное. Я закончил карьеру, вернулся в Бразилию и начинал эту тему за президента. Думаю, что интересна эта позиция по работе. Поэтому я закончил карьеру и стартую эту новую функцию. А каким образом Суркис вышел на тебя? Как он предложил стать? Не, это я поговорил с этим президентом последний год, думаю, на декабре, возможно, объяснил эту ситуацию, это пандемия, поэтому я только здесь на феврале, после пандемии будешь улететь здесь. И координировал эту тему, интересно, новый проект есть тоже. Я здесь поработал, я хорошо, это момент
очень важен для меня, потому что после 6 месяцев делал эта ситуация, который Луческо хочет, президент хочет, это витинец здесь сейчас, и я буду делать эта ситуация точно. Ты не планируешь купить здесь, в Киеве, квартиру и жить как в Сан-Паулу, так же и здесь работать? Знаешь, это женой и два сына сказал, давай, можно гулять сейчас, потому что родители здесь, это мои два сына, родители здесь. И он хочет гулять здесь, знаешь, как и культура, потому что всегда из души я и мама говорили, культура, это что куша, знаешь, это история. И, наверное, да, это надо посмотреть вперед, если, наверное, на future. Будешь, конечно, почему нет? Твои дети родились в Киеве, в Украине. Они украинцы или они бразильцы? Ты знаешь, я езжу это футболка Динамо, сборная Украины. И у тебя есть футболка сборной Украины? Это детей есть. Это так. два сына ездят, это футболка, формика. И который есть поле за дома есть поле. И всегда играю. Один всегда играл как и Динамо, и другой как и сборная Украины. Ничего себе. Да. А если кто-то из них оденет футболку Шахтера? Не, пока нет, я не думаю. Вот это только думаю о Динамо. Это остается мое сердце. Мое сердце это белый синий, конечно. И они знают, что тоже это Динамо самый главный сборная Украины. Ты как-то в прошлый раз, когда мы с тобой общались, говорил мне, что дома дети знают никакого Шахтера. Нет. Шахтер мой, я знаю, что Динамо делишь у меня. Это самое важное, понимаешь? И Шахтер моя дома никогда не стопился. Это оранжевый не было там дома. Ай, красавец, да? Это культура. И моя жена видит тоже, это как и очень хорошо эта ситуация за Украину, это людей, это культура. Что кушать, это супер борщ, конечно, это специально. Это домой. Она готовит есть. Тебе борщ? Да. Да. Потом я делаю это видео, которое наделаешь. И, конечно, который родился, это мой первый старший сын. Как его зовут? Делаю, это Дави. Я делаю это первую игру, я думаю, это где Карпаты, возможно. Львив. Нет, Мариуполь. Нет. Или что, первый твой матч был? Не-не. Это рука на сердце. Понял. Да. Я знаю, что надо защитить это Украина, потому что мой сын тоже родитель здесь. И я хочу дать эту культуру. Конечно, Бразилия, культура, плюс это украинская культура, para понимаешь, где он родится, история и все. Поэтому я защита это Украина сейчас, потому что остается в моей сердце тоже, потому что это два сына здесь, и Динамо тоже. Это Динамо дает много ситуаций на карьере, как и играл в Champions League очень хорошо, будущий выиграл чемпионат, поэтому это как и дякую, понимаешь, это ситуация. Данила Силова наполовину украинец? Да. Я очень нравится Украине, друг, это 100% мое сердце, 100%. Скажи, пожалуйста, я знаю о том, что ты хотел принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины, это правда? Так, неофициально это, который играл, есть эта ситуация после 5 лет за Украину, будущее, это паспорт, это украинский. Но официально на федерации не было, да, эта ситуация играть в сборную. Если... Они не предлагали? Нет. Если дал это шанс, конечно, это момент, я говорю, да. Но неофициально. Как ты думаешь, почему они предложили Мараесу, Марлосу, которые не любят Украину так сильно, которые предложили им за деньги это, а тебе, человеку, который стал патриотом Украины, они не предложили? Почему? Не знаю, друг, я не думаю вот это. Только думаю, я думаю, как и за Динамо, я думаю, людей Украины,
cultura. Я не думаю, почему я не играю в Украине, почему это Морайз или Марлос. Я не думаю вот это, только дело моя работа. Если я не играл в сборную Украины, потому что Богу сказал нет, не знаю, думаешь нет, не знаю, не думаю вот так, понимаешь? Уезжая из Украины, ты сильно расстроился, что так и не сыграл за нашу сборную? Сейчас это, я нравится, как играл в сборную. Это последние 5 лет в сборную играл супер, хорошо. Это эволюция супер. Это хорошая, сильная команда, и я нравится. Дани, почему бразильским футболистам очень тяжело заиграть в Динамо? Что я думаю? Первый – это менталитет. Потому что есть, конечно, здесь, Украина, это зима очень сильная. И культура тоже. Если это бразилец приехал здесь, он не надо думать, как и бразилец здесь. Здесь это Украина. Ну да. Ты надо жизни, как украинский, поадаптировать. И работа, играй тоже, как украинский. И это плюс Бразилия. Потому что книжка Бразилия, так. Это... Ты надо работать сильно и думаешь, я хочу выиграть чемпионат здесь. Я хочу играть. Это менталитет. Как у тебя получилось? Да, почему? Потому что если приехали здесь, я хочу... Делаешь это Украина, как и Бразилия. Это шанса нет. Поэтому это адаптация культура, это холодно, это зима очень сильно. Надо хочет играть здесь. Если первый из них приехал и смотрит, это я уже не буду, это все, это да. Шанса нет. Поэтому надо менталитет очень сильный. Ты пришел в Динамо зимой. Да. И... Да. Выходишь из самолета и видишь вот эту вот красоту. Да. Твои первые ощущения, эмоции. Нет, ты знаешь, это первый город Ильичовец. В Мариуполе. Да. И, конечно, я смотрю, как я буду играть, что я делаю, как это, я знаю, это очень сильно, это холодно. Ты в штанах был, да, в перчатках. Да, да, перчатки, это уф. И что я думаю в этот момент? Я здесь, я писал этот контракт, я надо работать сильно на Динамо, и я надо играть, дай мне 110-120% на поле. И есть этот момент, первый игру, это я играю как и право защитник, конечно, и нападающий, это на фланг, сказал на поле, он ударил меня, которые бегали на сзади, так. И сказал «Welcome to Ukraine». Хорошо, хорошо. И aí, эта фотография, потом я дал эту фотографию. Я дал как и... jump. Да. И дал эта рука на головой. И потом я сказал «О, thank you. Thank you for welcome. I have эта фотография домой. И я думаю, ты есть тоже здесь. Это момент, это сильный у меня, потому что я вижу, как и здесь надо работать очень сильно. Да, да. И это момент очень важен у меня, потому что я знаю, что я хочу выиграть, я хочу играть. Надо дать 120% всегда. И самое главное, выиграли чемпионат. Это главное. Это, да. Дани, мой знакомый форвард из Карпат, он играл в Черноморце, в Карпатах, он рассказывал мне, против Динамо очень не любил играть. Особенно, когда был на поле Данила Силва. Потому что после финального свистка можно уйти домой с одной ногой. Да. Это хорошо. Потому что я всегда работаю очень жестко. Подкат, это все, это всегда... Работай, дай мой максимальный. Это... Ты никого не щадил? Нет, я не помню. Я не помню вот это. Только дай мой максимальный, поэтому я не помню вот это. Ты знаешь, что я вспомнил? Была одна история после матча с Донецким Металлургом. Ты рассказывал о том, что какой-то нападающий, который вышел на поле, помнишь, он попросил тебя не бить его? А, да, он сказал, сейчас, да, он сказал, пожалуйста. Аккуратно, это еще не надо, пожалуйста, не надо, это правда, это правда,
История есть много, много историй на поле. Есть, который это, играл, это Батиста. Батиста из Карпат. Карпат. Сейчас он работает за команда на São Paulo. Он работает как директор. И я видел, он через месяц назад, он сказал, ты сейчас Калена стоп и уже болит. Он сказал, почему? Ты всегда работа сильно, да? Конечно, ты хороший нападаешь, надо работа сильно. Так, значит, вот это вот Данила Силва у меня, это вот тоже Данила Силва, нога тоже Данила Силва, да? Да, это история, поэтому я смотрю, это история, это Данила, это моя сценарий. Так, а ты в итоге послушал того из Металлург Донецка или все равно его? Я не слушаю, конечно. Я работа просто. Я работа. Он хоть остался живой? Да, конечно. Не. Я первые 30 секунд я спокойно, потом я даю 100% и все. Это нормально. У тебя был любимый какой-то соперник, против которого ты всегда вот жестко шел? Я играю одинаково. Если, конечно, который есть, это дерби. Это Шахтер, это сильная эмоция, всегда это 130, 150%, 200%, это эмоция сильная. Кикбоксинг. Да, это всегда есть, это нападающий. Это Шахтер есть ситуация чуть-чуть больше силы, как и Луис Адриано. Больше Луис Адриано всегда это конфликт. Это обычно Луис Адриано. А вы конфликтовали, ссорились? Да, всегда. И он говорит много, я тоже. И подкат, это рука, и много вариантов. В жизни вы тоже не дружили? И, конечно, после игры это... О, привет, это уважение. Я смотрю, на поле это как война. Это очень сильно. Ты помнишь какую-то драку, которая была у тебя, там, может быть, на поле, на тренировке? Какую драку? Были ли они? Нет. Никогда не было драк? Нет. А потасовки, толкаться, вот это все? Такого? Нет, тоже нет. То есть только в игровых эпизодах? Кто работал у меня много, и работа очень сильный, конечно, работа играл супер, это легенда тоже, это Лужный. Он всегда сильный, работа, играет сильный, и он, это легенда, это самый главный игрок я думаю. Это на второй, это футболка номер два. Он играл раньше, сборный, Арсенал. И ты же играл во втором тоже. Да, тоже, мой. Он это легенда. Это легенда максимально. Ты был как он футболист тоже? Такой жесткий или он больше? Он всегда, потому что который он это работа как ассист на Динамо. Он работал, он тренировался у нас, он очень сильно. И конечно, я за это большое уважение его, потому что он помоги мне много здесь. Действительно? Да. С адаптацией? Да, как и работа, потому что всегда он дал эту тренировку защитник. И я смотрю, как он очень это энергия. Он всегда за это большая энергия, и знаю, это очень важно здесь. Если ты не жесткий, энергия большой, ты не играешь это на Украине, поэтому. Я хочу предложить тебе сыграть в одну игру на знание тобой украинского языка. Я буду говорить тебе несколько, 10 слов на украинском языке, а ты попробуешь мне объяснить, что это такое. Да, это интересно. Если ты спросишь, да, Данила очень нравится Украина, и почему он не говорит это украинский? Ага. Потому что, конечно, когда я приехал здесь, все говорили по-русски. Да. И я пару слов знаю, конечно. Например? Это Доброго Ренку, до побачення, правильно? До побачення. До побачення. Дякую. Я много. Сейчас я уже... Есть много ситуаций на улице, я слушаю, говорю, но это я только знаю,
точно, я понимаю лучше, который говорит по-русски. Но я попробую, давай. Давай попробуем. Считай. Да, 10 слов. Если ты проиграешь, мы звоним одному из бывших игроков «Динамо» или какому-то другому. Мы можем позвонить Карлосу Велли? Карлос Велли? Да. И пригласить его в «Динамо» Киев. Сейчас это будет. Сейчас не будешь. На Лос-Анджелес сейчас это 10 часов. Это... Вечера? Не вечер. Который час? Сейчас 3, да. 3:30. 3 часа ночи? 5 утра. Да. Прикинь, позвоните ему. Данила звонит. Карлос, он приходи в «Динамо». А ты мне говорил, что ты будешь его приглашать в «Динамо» Киев. Где он? Вот сейчас ты ему, допустим, приходишь на тренировку, говоришь: «Даня, у меня Карлос, у меня заканчивается контракт, поехали в Киев со мной, в «Динамо». А, я всегда говорю вот это. И за у меня и за Карлос. Карлос, давай, это очень хорошо. Города, команда, если шанс есть, давай. Давай, пожалуйста, потому что это супер. А он хочет? Не, потому что это, он сказал, конечно, это проблема, потому что он большой контракт, и как и он, я еще 3 или 4 года, ну, да. Больше контракт, это очень тяжело, конечно. Не знаю, где он. Я не знаю. Но он знает о «Динамо» Киев. Да, конечно, он знает. Он всегда спросил, «Динамо» это, он был здесь, он сказал один раз за Киев. Он сказал, это супер город. Он был в Киеве? Да, да. Я не знаю, если гулять или играть, я не помню. Он сказал здесь, о, супер, ему нравится. Ты мне рассказывал, что Велла сказал тебе, что ты не бразилец, а украинец. Да. Почему? Всегда. Потому что, он, знаешь, я играл много времени в «Динамо», культура, иммерсия культура. И он всегда это, как он сказал, всегда говорит, это самый... Украинский бразилец? Бразилец. Это самый украинский бразилец, да. Да. Окей, давай попробуем сыграть. Если ты проигрываешь, мы звоним кому-то. Давай Корея. Давай, Корея. Позвоним Корея и скажем ему, что «Динамо» его приглашает сыграть на позиции защитника. Хорошо, давай. Окей, первый вопрос. Что такое шкарпетка? Это по-украински? Да. Шкарпетка? Кровь? Не знаю. Нет, это носок гетра. Гетры? Носок. Это тяжело. Это я уже умер. 1-0. Что такое разгром? Разгром? Да. Я уже слышал разгром. Не помню. Ну, помню, большая победа, разгромная победа. Да, 4-0, 5-1. Да, да. Знал, да? Да, да, да. Хорошо, 2-0. А что... 2-0, конечно, 2-0. Что такое судья? Что? Судья. Хефери, как хефери. Да, хорош. 2-1. Наставник. Ты знаешь? Да, я излушал много раз. Поэтому, если ты спросить, это 4... Год назад я помню. Ответил бы. Да. Это еще раз. Наставник. Ты правильно, кстати, смотришь сейчас. Правильно смотришь. Он там был когда-то и будет. Я знаю? Нет. Что? Но ты смотришь на поле, там тренерская скамья, видишь? А, да. Ага. Да. Что да? Не, я боится сейчас, это 2-1, друг. Пока 2-1. Да, пока 2-1. Это символ? Нет, это наставник, это тренер. Это тренер? Да, это, ну, наставник, конечно, наставник, помню, тренер. Который это на блоге Микаличенко, он всегда говорил вот это. Наставник, да, да. 3-1. Да. Брат, что такое замина? Поменяли? Да, substitution. Да. Yeah. 3-2. Так ты неплохо еще держишься. А, кутовый. Это корнер? Yes! Айхар 3-3. Я помню, который это болельщик Динамо. Куту. Правильно это? Да, спой. Еще раз, давай. Я не помню. Я помню, который это утрес. Куту. Эй, кутовый. Правильно? Класс, да. Ай, шикарно. А, так, это 3-3 у нас, да, кажется? Тренерская лава. Мы уже говорили сегодня о ней. Да?
Тренер сказал, да. Ну ты опять правильно смотришь. Тренер сказал на... Как называется это? Скамейка? Да, здесь. Красавец, 4-3 ты видишь, да? Да, как называется, забила вот это. Как тренерская это, скамья, правильно, скамейка. Правильно. А штрафный майданчик? Штрафный майданчик это... Не майдан, майданчики. Не майдан. Не... А, так, майданчики, это не злющие. Не слышал? Нет. Это штрафная площадка. А, да? Да. А, только на поле. 4-4. А, мат и рацию? Мат и рацию. Не мат и рацию, мат и рацию. Мат и рацию. Это мат и рацию. Мат и рацию. Не, не знаю, это не знаю. Это you are right. А, так. Ты прав, you are right. 5-4. И последний, либо ничья, либо я выиграл. А, канапка. Ой. Я тебя слышу. Еще бы. Как селебрация? Не знаю, не знаю. 6-4. Канапка это бутерброд. А, да? Бутерброд. Это знаешь, что это бутерброд? Конечно, не знаю. Можно кушать чуть-чуть. Да, можно бутерброд. Сейчас, давай. Там, давай, под горилочку. Ну что, позвоним Карлосу? Корея. Давай. Ты звонишь ему и говоришь о том, что, брат, приезжай в Динамо, контракт 2 года. Фу. Год? Да, давай. Он сказал, конечно, нравится. We have a problem with strikers. Да, подожди. Come. Он спит? Не знаю. Сколько сейчас в Сан-Паулу? Сан-Паулу сейчас 3. 9:30 утра. Ты знаешь, это плохое время. Это 9 утра. Это который... Это ребята на поле. Сидорчук. Ну давай, да, позвони. У тебя есть номер его? Скажи ему, Дани, скажи ему... Спроси, был я хорошим футболистом? Кто? Ты был хорошим футболистом? Чука! Ты злишься? Да. Да? Слушай. Да. Какой самый лучший правозащитник ты играл? Данила Сила. Спасибо, друг. Спасибо. Красавец, спасибо. Брат, ты самый лучший, ты знаешь, да? Серега, как тебе этот бразилец, которого привез Данила? Витиньо. Я только первую тренировку сегодня, но Данила плохого не посоветует. Да. Понятно. Спасибо большое, Серый. Давай, брат, спасибо. У тебя были штрафы в Динамо? Нет. Ни одного штрафа? Я? Да, ты не платил штрафы? Нет. Какой? Ну, в Динамо у тебя были штрафы? Не было. Никогда штраф. Никогда? Никогда. Хорошо, идем дальше. Почему? Почему не было? Не, почему ты спросил, я здесь штраф? Мне интересно. Нет, никогда. Можешь спросить президент, любой, никогда. 7 лет издизи, никогда штраф. А за нарушение скорости в машине, спид? Не помню. Ничего я такого? Думаю, нет. Примерный гражданин просто. Да, я очень спокойный, поэтому. Только не на поле. Да. Но ведь Маграу и Алмейда, это же не футболисты уровня Динамо были. Так, стартую хорошо. Играл, так. Как и сказал, это если менталитет не готов поиграть Украина, это всегда очень тяжело. Но они хорошие футболисты? Да, конечно, хорошие. Все игроки здесь знают Динамо. Это есть, это quality, это... Нет, не все. Как Динамо купили это игроки, если не будешь играть Динамо? Все будешь играть. Это проблема, это менталитет. Если это менталитет не готов поиграть здесь, никогда играй. Если готов, конечно, будешь играть. Даня, у... Какой? Андреа, ты скажешь. Андреа. Ты знаешь Андреа? Гильерме Андреа. Что я думаю? Андреа, который приехал, это он играл в Сантус. Это момент есть.
Robinho, na Santos, Neymar, Paulo Henrique Ganso и André. Это как и это не тяжело подарить забивай. По забивай это легко. Это мяч всегда на будущий забивай. Это мяч очень легко. Который он приехал здесь, это не Santos. Он думает, что здесь будущий забивай, это очень легко, это нормально. И это неправда. Он видел, надо работать. Который он приехал, видел, не, ну, это тяжело, я не забиваю, это очень интенсивно, физически. Он уже... Депрессия? Не депрессия, он... Как он не хочет. Он хочет 50%, давай. И это проблема. Да, поэтому если... я всегда говорю, это ситуация, менталитет. А у тебя есть друзья из футбола, которые сейчас звезды? Может быть, Неймар или Роналдиньо? Я? С кем-то дружишь, да? Нет. Нету звезд? Нет. Нет. Только в Голливуде? Не в Голливуде, нет. Уилл Фаррелл? Окей, Уилл Фаррелл, но он у нас эта команда, поэтому я только говорю привет. Да нет, ребята, Данила Силва лучший друг Уилла Фаррелла и Дэнни Девито. И Дэнни Девито это который, что? Это футбольная Америка. Да. Это большой бизнес. Есть, конечно, до игры, это все актер, где он на раздевалку, привет, так, и поговорить. Это нормально. То есть ты вот так вот общался с Девито, с Фаррелл? Да, это Уилл Фаррелл, да. Уилл Фаррелл всегда на... Я есть фотограф, потом я дал. И он Хасен тоже, эта команда. Это LAFC. Есть это 32 миллиардер, как называется? Миллиардер. Да. И Уилл Фаррелл, это тоже, это... Владелец. Он, да, он Хасен, и он всегда на поле, всегда на раздевалке. А вы общались как-то еще с ним, что-то обсуждали, кроме футбола? Не, он поговаривает, это жизнь, нормально. С тобой? Спокойно. Да, потому что который есть, это... Есть момент, я задавай. Барбекю на дома, все команды на дома, это Хасен любой, так. Он садится, говорит, все игроки, он симпатичный человек, очень-очень хорошо человек. Поэтому, слушай, да. А ты не думал попробовать себя актером? У тебя получается... Кто? Ты. Так, как я? Это шутка? Ну а почему что? Нет? Конечно, нет. Сыграй главную роль там, возможно, в фильме про модель. Пеле, про... Модель, наверное. Как, смотреть лицом, очень красиво. Может, певец, сингер? Гимн Украины как раз был первым хитом. Я только играю в футбол, и все. Сейчас это новая функция, дай мой 120-200% поработай, все. Актер, это... Сингер тоже нет. А из актрис, девушек? А, есть много. Потом есть модель, есть фотография дома. Не я на фотографии. А Мия Халифа приезжала? Нет, это ваше интересно, это не моя. Ну ты знаешь, она приезжает в Вест Хэм, Уотфорд, Арсенал. Это нет. Не приезжала. Это популярная? Это ваша популярная актриса? Да, она болельщица Динамо Киева. Почему ты красный? Ты там? Он красный. Загорел. Да, хорошо. Даня, у тебя была возможность перейти в топ-клуб или в топ-чемпионат? Топ-клуб? Или в топ-чемпионат? Да, в клубе. У меня топ-клуб – это «Динамо», это моя работа, это топ-чемпионат, конечно, это Украина. Потому что, да, серьезно, я очень нравится здесь, конечно, есть на сердце это «Динамо». Ладно. Это моя топ-клуб. Май давай. Топ-5 чемпионатов мог вас перейти? Премьер-лиг? Премьер-лиг или Испания, Германия. Испания, Германия, Италия. И... Что? Я нравится Бразилия, потому что я объясню почему. На Бразилии ты не есть только три варианта по выиграть этот чемпионат. Это минимум 10 шанс да. Есть по выиграть этот чемпионат. Это чемпионат Бразилии это очень тяжело. Хорошо, я знаю, что ты мог перейти в Валенсию. Да. Валенсия? Да.
и что Валенсия. Ну, я слышал, ты мне рассказывал, что Динамо сделала предложение, согласилась, но ты отказался. Не, я видел вот эту ситуацию за агент, за Валенсию, понимаешь? Агент. В этот момент на агент, и потом не было. Потом не было возможности. Но предложение реально было, то есть, в принципе, на мог. Агент, да. Дани, наши болельщики, и Динамо Киев, и болельщики из Украины, наверное, ни одного легионера так не уважают и не любят, как тебя. Я думаю, после того, как они узнают, что на нашем канале выходит этот выпуск, они будут очень счастливы. Я еще с возможностью обратиться к ним и сказать что-то нашим болельщикам. Что я буду говорить? Первое, надо говорить дякую за болельщиков, потому что всегда дал это суппорт на поле. И это, ты знаешь, это как и которые игроки на поле излучшат это болельщика все время, давая поддерживать. И это очень важно. И это болельщика Динамо всегда делаешь вот это мое уважение за болельщика Динамо, это большое, конечно. Друзья, наш сегодняшний гость Данила Силва принес для вас очень памятный подарок. Эту футболочку киевского Динамо традиционно получит тот, кто поставит лайк этому видео и ответит на вопрос Дани в комментариях под этим видео. Так, это вопрос. Сколько раз я играл как и за Ибраимович, как соперник? Давай, ребят, думаешь, потом это можно ваш футбол. Ребята, сколько раз Дани играл против Златана Ибрагимовича? Пишите свои варианты в комментариях.